Немедленно прекратить свозить свои отходы в область потребовали от садового. Депутаты Полтавского облсовета такое обращение они приняли во время сегодняшней сессии. Стихийные свалки начали появляться здесь еще в октябре минувшего года. На прошлой неделе задержали целый караван машин с бытовыми отходами. 8 фур просто заставили развернуться в сопровождении полиции и выехать из области. Их остановили неподалеку от Кременчуга. 2 даже успели разгрузиться на берегу Днепра. Сегодня народный депутат Сергей Каплин заявил, что зарегистрировал законопроект об ответственности мэров за нелегальную перевозку отходов. За добу тут выкидают 15-16 автомобилей. Выкидают біля річок, выкидают в районе аэропорта, в селах, скрізь. Сегодня проголосовали нашу идею створения штабу. И чтобы мы контролировали, фактично, и мониторили, как сюда заезжает сміття, фиксировали, сделали горячую линию и сразу принимали решение про карні справи.